Без ужаса и не взглянешь. Еще в мае говорили родители про внешний вид детского сада «Теремок». Здание со сказочным названием скорее напоминало заброшенный склад. Осыпалась штукатурка, обваливалось крыльцо, образовались дыры в стенах. Казалось бы, сейчас мало что поменялось, но теперь это мера вынужденная. Отжившую свою штукатурку сдирают намеренно, чтобы положить новую. Сейчас исправляем, доделываем косметический ремонт. Как видно, уже цоколь уже 60% отремонтировано. Родители сейчас принимают активную тоже позицию, такую помощь оказывают нам. И приходят, и помогают физической силой. В Теремке заменят крышу, часть окон, территорию заасфальтируют, сделают ограждение. На это из краевого бюджета выделят 3 миллиона рублей. Осталось доштукатурить левое крыло фасада и покрасить его. Длительность ремонта заключается в том, что покрасочные мероприятия нельзя производить, когда в детском саду находятся дети. И поэтому работы несколько затянулись и осуществляются в вечерние либо выходные дни. Уже через 2 недели 38 детей войдут в новый теремок. В отремонтированные барнаульские детские садики смогут пойти еще около 500 детей. В краевой столице переоборудуют 3 дошкольных учреждения, а еще в 4 ведется капитальный ремонт. Анастасия Борисова, Алексей Шаульский. Новости.